Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и это рубрика «Бесплатные игры». Итак, мы продолжаем с вами волшебное путешествие в игре Dream Watcher по библиотеке снов. С вас лайк, подписка с колокольчиком и коммент. Погнали! Ну что ж, мы с вами закончили на том, что мы нашли с вами ботинки, волшебные ботинки, которые мы теперь можем выбивать стены, двигать, короче, пинать ящики, вот. Нашли какие-то там новые локации у нас открылись из-за этого, получается. Но, я вычитал новую информацию по игре. Оказывается, в игре есть, короче, магазин. Магазин, где мы можем либо прокачиваться, либо что-то, не знаю, покупать какие-то дополнительные штуки. Вот. А валютой, короче, в игре является, как вы уже догадались, бумажки, которые мы постоянно с вами собирали. Так, и написано, что магазин вроде как находится в локации Nexus. И вот я предлагаю сейчас сходить и проверить... именно магазин, что там могут нам предложить, что вообще, какая механика в этом магазине. Механику игры мы уже поняли, вот. Так что давайте пробовать. Nexus, кстати, тоже, в принципе, не маленькая локация, поэтому, я думаю, по ней полазить тоже, как бы, в принципе, было бы интересно. Я думаю, в ней тоже скрыты какие-то там свои секреты, свои штуки, короче. Вот. Так что, можно попробовать. Единственное, что мне не нравится, это в Nexus, ну, на этой локации Nexus, это то, что здесь хромает оптимизация. Вот именно почему-то здесь она вот хромает. Так, мы тут запустили лифт, но мы наверх, короче, не поднимались. Давайте посмотрим. Что имеется? Здесь у нас созвездия разные всякие. Вот здесь у нас, смотри, замки всякие. Ядро. Кор, это же ядро, да? Вот, замки всякие. И нам туда не попасть. Я не знаю, что нужно сделать, чтобы туда попасть. Пока вообще не знаю. Так, ну вот здесь вот чел стоит. Возможно, там еще он какое-то свечение. Здесь вот свечение. А вот это я могу пнуть штуку? Нет? Мы же теперь можем ящики пинать. Нет, это не пинается. Окей. Давай посмотрим. Я так предполагаю, что это магазин. Ага. Так, у нас 358 бумажек. Мы, в принципе, богатые. Можем с вами что-то купить. Life Upgrade. Это получается апгрейд жизни. Типа добавляется, скорее всего, еще одна сердечко. В принципе, давай возьмем. Так, еще можно, смотри, сердечко добавить, но уже сотку стоит. Так, что здесь? Еще лайф апгрейд какой-то. Что-то здесь лайф апгрейд и здесь лайф апгрейд. Непонятно. Одна дороже, одна подешевле. Так, кодекс компас. Это карта. Получается карта, ага. Так, библиотека, детектор какой-то библиотеки. Карта, короче, карта книг, локаций. Кодекс агенты 10, что-то. Непонятно. Ни хрена здесь можно купить, смотри, сколько много всего. Так, окей, ну давай пробовать. Так, жизни мы попробовали. Вот это я не знаю, что, бляха... Не знаю, не буду. Она 150 стоит. Так, кодекс компас. Давай возьмем. Я не знаю, что это такое, но возьмем. Так, детектор библиотеки. Ух ты, 300. Квестбук. Окей. Так, я предлагаю взять вот этот. Какой-то локатор. И предлагаю посмотреть...
Что такое вот это агенты? 10 штук. А, ну в принципе, смотри, мы можем, у меня 98 бумажек, можем... Так. Libra. Sleeper Road. Dream Boots взять. Все, что по 10, короче, мы с вами сейчас возьмем. Nightmare Fuel. Платформы какие-то. Так, ну на все мне не хватит. Станции сохранки, окей, это... Я так предполагаю, это местонахождение всех всяких вот этих штук. У нас осталось всего-всего ничего, короче, здесь, да? Но мы уже сходим потом. Так, мы что-то напокупали, короче, целую кучу всего. Окей. Так, не здесь. Окей, где это посмотреть? Так, агенты. О, здесь все по-английски написано. Короче, это какая-то подсказка, скорее всего, наверное, да? Мне это не посмотреть. Ну, не знаю, если у вас же есть желание, переводите. Но... Вот. Так, здесь тоже подсказка. Это тоже подсказка, видимо. Угу. Это все подсказки. Понятно. Подсказки. Safe Station. Все подсказки. Я вот так вот помедленнее пролистаю вам, чтобы вы смогли на паузу поставить там и прочитать, если что. Вот. Это дополнительная типа информация. Окей, мы это все так посмотрели, что у нас. Все, да? Карты. Первый этаж, второй этаж. Ну, в принципе, смотри, сферы показаны на карте. На втором этаже, на первом. Кстати, две сферы где-то здесь рядом. На третьем этаже. А, нет. Это третий этаж. Не-не-не-не. Басмет. А, и все, что ли? Окей. Не знаю, короче, что мы тут... Кстати, в Nexus, смотри, один этот... Один хрен, короче, и четыре сферы еще здесь есть. Я предлагаю, давайте, короче, побегаем по Nexus. Как выйти-то отсюда? Во. Окей, я предлагаю побегать по Nexus. Так, давайте сохранимся сейчас. Вот. Посмотрите, здесь 4 сферы в Нексусе находятся. Одну, походу, я вижу. Только как туда... А, туда мне не забраться, смотри, будет. А вот это что такое? Понятно. Так, туда мне, смотри, не забраться. Мне нужны, видимо, перчатки. Я так предполагаю. Эти штуки тоже не разбиваются. Это не работает. Окей. Давай-ка. Смотри, вот здесь поверху могу проскочить. Так, давай-ка попробуем залезть наверх. Ну, чтобы туда попасть, мне нужно, короче, вот лазить, да? Получается. Научиться. Смотри, здесь коконы. Или это лед какой-то? Это коконы. Здесь пауки, походу, да? В Нексусе. Видишь, все в паутине. Окей. Давай сбегаем сюда. Так. Надо прицелиться, наверное. Окей. А, ну здесь это обход, понятно. Надо наверх попробовать залезть. Так, здесь окей. И смысл? Смысла я в этом не вижу, чтобы я... Короче, надо на платформе. Смотри, платформа еще выше поехала, да, получается? Да. Так. Мы можем еще что-то купить. У меня десятка накопилась. Ну-ка, я сейчас повыше поднимусь, посмотрю.
Бляха. Опять рано спрыгнул. Повыше, повыше, повыше надо. О. Сейчас бы про... В смысле? Телепортанулся? Что за бред? Так. Надо с разгончика, короче. Опс, окей, это мы взяли. Туда нам не пройти. Опа, а вот и сфера. Туда нам не пройти, но там сфера. Окей. Да и в принципе все, наверное. Я больше не вижу кодов здесь вот в Нексусе. Вот здесь что? А, смотри, двери. А, комната с кошмарами, короче. Вот они, кошмары. Здесь пауки должны быть. Ну давай, пауков мы еще не видели. Ну, как бы видели так со стороны. Ну давай здесь еще посмотрим. Бляха. Что-то здесь оптимизация вообще хромает. Окей, мне туда залезть. Наверное, с другой стороны. Можно спрыгнуть вниз. Можно здесь. А, ну мне вниз и надо. Мне здесь никак. А, там, смотри, там лазить, наверное, надо будет. Окей. Нужны перчатки будут. Так. Там что у нас? Иди. Это странно. А как мне его, короче, сдвинуть-то? Я что-то не понимаю. Все понятно. Вот эту штуку мы тоже сдвинуть не можем. У нас пока силёнок не хватает. Да. У нас пока не хватает силёнок. Ну, смотри, можно спрыгнуть вниз. Кстати, я посмотрел, вышло какое-то обновление еще у игры. В среду. В среду вышло какое-то обновление. Там добавили что-то еще, что-то там контроль. Про контроллеры было написано, короче. Может, дополнительно какие-то контроллеры добавили. Может, можно клавиатурой пользоваться. Но я как бы не пробовал. Так, погоди. А, ну теперь я могу подняться спокойно, да? Окей. Да, такое мрачноватое место. Прям, знаешь, немножко кошмариков. Ну и пусто что-то. Оккульт аннекс какой-то. Что-то там с оккультными. О, стена. Отлично. Дрон галереи какой-то. Здесь вход в локацию какую-то. Здесь вход в локацию получается, да, какой-то. Так, окей. Как мне верхний-то взять? Эти штуки. А, наверное, с той стороны надо будет, да? Окей. Короче, по верху мы тоже пока не можем. А, нет, смотри. Я придумал. Я фишку придумал. Да, иди. Так. Теперь делаем вот так, короче. И нижний сейчас мы пододвинем. Вот так. Вот так. Нижний пододвинули. Теперь я и наверх, наверное, смогу забраться. Так. Здесь я уже, наверное, смогу. Да. И он туда наверх. Ну, пнем. Так проще.
Окей. Сюда мы поняли, как забраться. Здесь... Во-во-во-во, смотри, листы поехали. Так, а вниз? Опа. Все уголки надо осмотреть, все уголки. У нас из коробок сделалась лестница. Да, вот здесь, конечно, хромает оптимизация. Что-то как-то вообще... Не айс. Притормаживает все. Так. И... Все, дальше вам не залезть. Здесь нам нужны, получается, перчатки. Ну ладно. Здесь нам нужны перчатки. Так, ну давай глянем, короче. Хотя фиг знает. Давайте, мы начали, короче, с вами от... Там сверху, ну, это где светло. Вернемся туда. В принципе, я просто хотел посмотреть магазин. Здесь нам пока еще, наверное, рано. Вот, здесь пока нам еще рано. Окей, Nexus. Зато нашли, короче, проход. Так, ну давай здесь сейчас еще купим, чтобы глаза не мозолило. Так, покупаем вот это. И все, остальные, короче, будем копить вот на жизни. Там за 300 что-то еще есть. Сейчас я вам покажу, короче, что там. Может, ну, вам интересно, и вы там переведете. Так. А что мы взяли? Кодекс какой-то, чего-то там. А что за кодекс мы взяли? Окей, ладно. Окей, ладно. Так. Погодь. Теперь надо вспомнить, где мы не были. Мы не были, по-моему, где-то внизу. Так. Мы где-то внизу не были. Архивы. Сейчас глянем, короче. Сейчас разберемся. Окей. Сразу сохранюсь, чтобы, если что, не начинать оттуда. Так, ладно. Погнали. Здесь у нас... Чего у нас здесь не хватает? Что мы? 6 из 6. Мы здесь не нашли челобреков. Окей. А что вот эти книги? Они, видишь, темные какие-то, блин. Окей, где мы еще не были? Опа, смотри, там что-то светится. Обезьяны ходят. А как туда забраться? Как-то в обход надо. Так, макака готова. С макака, кстати, выпадает вот. Бумажки. Можно чисто фармить, короче, так. Так, ладно. Ну, туда там все равно не залезть, смотри. Даже если я, допустим, залезу здесь, тут нам ни капельки не пройти. Там надо как-то с другой стороны, получается. Окей. Так.
Ну не может быть такого, что... Вот здесь челы остались. Не может быть такого, что мы все здесь закончили. Так, погоди. И он там поверху надо, что ли? Я что-то уже забыл. Да! Вот здесь еще можно залезть. Пока нам никак. Или я не знаю. Здесь мы, в принципе, наверное, сделали все. Что-то я как-то не понимаю ничего. Или мы здесь все сделали, пока у нас пока перчаток нету, мы дальше здесь не продвинемся. Да прицелься. Окей. Ну сейчас я там гляну, короче. Обезьяна опять. А, вон ту дверь мы не открывали. Да? Но у нас нечем. Эту дверь мы не открывали, но у нас это... Нет книги. Надо где-то книгу найти. Обычно же книга где-то вот рядом, да, находится. Так, ну до туда я не допрыгну. А, вон и книга. Только как? Я смогу допрыгнуть? Я допрыгну? Бляха! Ну давай еще сдохни здесь. Что-то мне кажется, я до туда ни хрена не допрыгну. Я не вижу ничего. Нет. А как? Как-то сверху вон оттуда. А... вот задачка. И никаких платформ, главное, нет, ничего нет. Бляха, у меня жизни-то. Так, где там сохранка была? Опа, это не сюда. Я заплутал. Я заплутал. Я хочу попробовать, короче, знаешь что? Ага. Я хочу попробовать по, вот здесь вот по этим. А, нет, я сквозь, низ, сквозь них падаю. Значит, получается, надо как-то вот туда наверх попасть. И платформ нету, главное. А как? Как тогда? Вот загадка. Здесь не допрыгнуть. Ну не зря же вот эта платформа здесь. Ну, бляха, не допрыгнет она. Летать она же не умеет. И не прицелится ни на что. Странно. Очень странно. Ладно, будем думать, друзья, будем думать. Вот. Но подумаем... уже к следующей серии. Вы тоже подумайте, напишите в комментах, короче, свои предположения, как добраться до туда, до этого места.
Хотя еще есть вариант, что где-то в обход. Вот. Поэтому фиг его знает. Вот, так что в комментах пишите. Ну, а я с вами пока прощаюсь. С вами был Валерий. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. И с вами был, да, Валерий. Еще раз всем пока.